Здравствуйте! Приветствую всех на канале «Умно и разумно». Сегодня речь пойдет о 8 вещах, которые нужно срочно перестать вам делать при стирке. Нет ничего проще, чем стирка в стиральной машине. Но даже такое обыденное занятие может пройти неправильно. Сегодня поговорим о неочевидных ошибках, которые можно допустить при стирке. Неправильный выбор программ стирки. Ошибочно подобранный режим стирки может испортить даже самый неприхотливый предмет одежды. Нужно выбирать режим в зависимости от типа ткани. Вам на заметку, стиральные машины с программой стирки шерсти гарантируют, что ваш любимый свитер не сядет и не деформируется. Стирка на высоких температурах. При стирке на низких температурах вещи лучше сохраняют форму и цвет и меньше изнашиваются. Кроме того, низкие температуры также справляются с загрязнениями не хуже высоких. Вам на заметку, на температуре 50-60 градусов стирайте только постельное белье, пеленки и полотенца, и чтобы продезинфицировать их. Все остальные вещи рекомендуется стирать на температурах 30-40 градусов. Загрузка вещей с необработанными пятнами. Одежду с пятнами перед стиркой лучше обрабатывать пятновыводителем, а для сильно загрязненных вещей использовать опция «Предварительная стирка». В противном случае ваша одежда может не отстираться. Много порошка и кондиционера. Это приводит к белым следам на вашей одежде и вымыванию цвета из цветных вещей. А большое количество кондиционера будет ухудшать качество полоскания. Вам на заметку, чтобы этого избежать, внимательно читайте дозировку на упаковке. Использование кондиционера для всех вещей. Кондиционер для белья обволакивает волокна ткани тонкой пленкой, что смягчает вещи, уменьшает образование статистического электричества и облегчает тем самым глажку. Но такая обработка не нужна для некоторых типов вещей. Вам на заметку, полотенца не так хорошо будут впитывать воду, а свойства мембран или микрофибры будут нарушены. Стирка нижнего белья без нужной степени осторожности. При интенсивной стирке бюстгальтеры быстро растягиваются, перестают держать тем самым форму. Их лучше стирать на очень деликатном режиме, поместив в специальный мешок для стирки, что также относится и к кружевному белью. Использование отбеливателя для вещей из эластана, спандекса или лайкры. Отбеливатель с хлором достаточно агрессивное средство, которое ослабляет волокна ткани. При стирке таких вещей им не следует пользоваться, иначе они быстро потеряют эластичность. Интенсивная стирка джинсовых вещей. Производители денима советуют вообще отказаться от машинной стирки, так как джинсовые вещи дольше сохраняют цвет. Вам на заметку, в стиральных машинах предусмотрена щадящая программа для стирки джинсов, которая не вымывает их цвет и тем самым сохраняет фактуру ткани. Заботьтесь о своих вещах. На этом у меня все. Кому понравилось видео, делитесь с друзьями, знакомыми, комментируйте, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь. Всем пока!